Да-да-да-да. Вот что секрет. На самом деле конкурса не будет. Напряжение растет. Обычно этим не делятся с другими. На чем изучать стиль пьяный мастер? Я что-то непонятно объясняю. Нет, вот такой результат постарайтесь дать. Пойдемте посмотрим на их лица. Условия экстремальные. Мы сами сегодня на экстриме. Слава! Друзья, ну, наверное, самое внимательное обратили внимание на то, что вчера место рупият на практике было пустое. И в группе осталось 10 человек. Рупият внезапно стала чувствовать себя плохо. Мы вызвали скорую помощь. Сейчас, в данный момент, она находится в больнице. Мы держим на нее крестики и кулачки. Выздоравливающая. Да. Нормально, вы как? Нормально? Спаду с ними. Капец. Погодить надо рвать. Тяжеловес, блин. Лишь бы потаскать. Ты можешь лишь меня пошлось. Капец. Арсан. Поэтому у меня Гайра должна. Ну что, друзья, всем привет. У нас 8-я неделя, 50-й день сегодня. Программа второго степа. Наконец-то наши ребята приступят к оформлению бороды, к изучению внутренней стрижки. Эта неделя будет полностью степ 2. Поехали, ребята. Короче, просто помыл. Нужно мыться. Я тут напомнилась, поэтому здесь я показываю. Здесь 3-4 раза, мне надо мыться. Вот смотрите, если мы сейчас посмотрим вот на вот это издалека, то есть у нас ощущение, как будто из массы оно выходит вот в эту в тонкость, да? И если провести здесь параллели, то, что у нас всегда случайный результат получают, когда видят ты, а, это поинтинг, я знаю, а, это слайсинг, я знаю, а, это филеров, фух, херня. А вот это просто облегчение. Вот такой результат постарайтесь дать сейчас. Что здесь не так у Антона? Текстуры абсолютно нет. Я что-то непонятно объясняю. Нет, понятно, не я Юра. Делаю даже специально рядом, стою с вами, говорю, ребята, вот так надо сделать. В чем причина, почему мы не можем это сделать? Диагональ, нужно с первого раза сказали, нужно сделать. У нас задача основная сделать так, чтобы текстура лежала. То есть, если мы хотим, чтобы волосы у нас разворачивались от лица. Сейчас посмотрим, сейчас пока ничего не скажу, сейчас сделают работу над ошибками, посмотрим. Сработал или не сработал. Это Карина, да? Да, видно, да? Ну, конечно. Роман жалко подписал. Это Марина, наверное. Угу. Аня уже лучше уловила вот эту тему. Эти как бы ты, я видел, как ты обрезала. Вот. Не совсем это было правильно. Но вот так вот их. Угу. Еще в этот момент ты на меня посмотрел. Давайте сейчас до обеда попробуем
перенести это на наши усы и посмотрите, как легче у вас пойдет или сложнее. Сейчас у нас ребята покажут домашнее задание, ну то, что они вечером вчера здесь отрабатывали, делали. И на время начнем стричь первую базу, посмотрим, кто как ее усвоил, и приступим к построению внутренней стрижки. Лечим, лечим нервишки. Сейчас у нас будет работа на оценку. И причем оценка, я сразу, чтобы все услышали, оценка не 5-10 баллов, а оценка выше балла 100 баллов, то есть конкретно, как будто вы выиграли конкурс. Низший балл, понятно. Каждая ошибка, то есть одна ошибка, это минус 10 баллов. Одна ошибка минус 10 баллов. Поэтому постарайтесь, у вас есть час времени, это очень много для того, чтобы даже если вы сделали, перепроверить. Единственное, сразу говорю, то, что любая перепроверка, она происходит исключительно в той оттяжке, в которой мы стригли. То есть никогда не проверяйте как-нибудь там, ой, что-то вылезло, надо отстричь. Поэтому прежде чем сказать стоп, отойти от работы, тот, кто закончит первый, никаких плюсов в этом нет. Есть четко час, вы должны сделать без ошибок, чтобы получить свои 100 баллов. Все, на старт, внимание, стоп, оп, есть, на старт, внимание, марш. Все, ребят, стоп. Я сначала начал фиксировать всех. Сначала начал фиксировать по окантовкам, по проборам, по градуировкам. Вот, потом перестал это делать, потому что были нюансы. Посмотрим сейчас, что в итоге получилось. Общая масса, ребят, справилась с окантовкой за 4,5 минуты. Потом пошли там Марина 6, Карина 7, 50 секунд, Рупия 9. Ну, из-за того, что перепутала, потратила время. Мне понравилось, как Женя со своим прибором делала окантовки. Прикольно. Причем на самом деле я не шучу. Прям четко, 45 градусов, оттяжечка, срез, ну, моментами. Этого не хватало. Мощно, я за знанием. Молодец. Он за знаниями приехал, а не за кухом. Правильный подход тоже. Антон, 100 баллов. 90. Там он, правда, ничего об этом не скажет, да, наверное. Так, Рупия, 90. 100. Лейла. Может, на обед пойдет с хорошим настроением? Отмазки 4,7. Я дневник дома забыла. Аня Киселева, 80. 8. Это нельзя считать ошибками, но это незаконченная работа. Незаконченная работа никогда не оценивается, потому что нечего оценивать. Сейчас пока я буду проверять дальше, у нас 4 человека не закончило. У нас Женя, Наталья, Арслан, Марина не закончили. Дадим минут 20, да? Успеете за 20 минут?
Все, за 20 минут Саша тоже не закончил. И Саша получает. И Саша тоже 20 минут, а давай заканчивай. Я так Арину пока проверю. Да-да-да-да. Ну, в конце курса начнем потихонечку наливать ребятам, чтобы у них первый этот боярышник, там все там успокаивает. А вот. И начнем изучать стиль пьяный мастер. Это на добровольной основе. Ребята, это шутка. Мы будем пить Егермастер. Так, Карина 10 баллов. Всего. От 100. Так, Карина 100. Спасибо. Ага, пожалуйста, тебе спасибо. Нашел. 90 уже. А так шел, да? 80. А шел вообще огонь прям, реально я уже прям хотел прям вот. Чуть-чуть вот, не дотягивает. Два нюанса: присоединение в нижней затылочной зоне и присоединение в градуировке височной затылочной зоны. Вот две ошибки. 100 минус 20, 80. Что-то жиденькие аплодисменты, надо там громче наложить, что-то такое. Аплодисменты! Я даже не знаю, сколько здесь можно вычесть. Может, давай ты перестрижешь чуть-чуть? Ничего, Сашу пока не проверяли, он не успел во время уложиться, он 20 минут еще. Это вся пленка зря? 90, Наталья. Остальные все стоят, все такие. Сами, значит, схлопотали все там по 190 баллов, стоят вот это вот. 30 баллов, Арслан! Эй! У тебя раз, одна, в принципе, да? Подожди. Две. Это и это. Арслан 80. Все. Саша 80 тоже. Чтобы я, допустим, подошел и сказал: о, да, молодец. Молодец, да, там, молодец. Тебе легче. Основной смысл сейчас в этой работе заключается в том, что Саша ушел в круг. Саша, ты понял? Он такой: да. И доработал. Техника кроше. А что это? Крошим пальцы. Крошим пальцы. А покажи тогда пальцы. Мои целые. Значит, я освоил. Нет. Значит, еще не освоил. Нет, мои целые. Вот я аккуратно. Крошим пальцы. Пробует, текстурирует хрень такая. В общем, сейчас ребята делают первую работу второго степа, делают они укладки, отрабатывают. Дубль 3. Да. В общем, сейчас ребята делают укладки, первую работу второго степа, отрабатывают они форму, скоро будет конкурс. Все это происходит у нас на косметике Вэлла, так как мы являемся творческими партнерами компании Вэлла. На мокрые волосы ребята нанесли минеральный текстурный спрей, типа такой эффект соленой воды, после чего нанесли матовую пасту совершенно так в небольшом количестве и фиксируем это все лаком Айми, суперсильная фиксация. Посмотрим, какой результат получат ребята. Спасибо компании Вэлла за предоставленные продукты. Сейчас ребята думают, что мы будем делать конкурс, а мы его не будем делать. Пусть они стараются и максимум выложатся сейчас. Потому что именно так нужно выкладываться на тренировке. На самом деле просто Саша мне этот взяточку дал там. Он сказал: давай по-братски завтра посушим. Что-то у меня сегодня не получилось ни хрена. Вот, ну я говорю: о, такое дело, конечно, Саш, давай, что. Самое основное, что нужно было нам сейчас, это максимально вот эта концентрация, чтобы вы максимум уделили внимание работе, как будто действительно вы будете сейчас выставлять.
И вот у кого это было, к сожалению, это чувство не у всех, это видно было. Но у тех, у кого было это чувство, что сейчас вашу работу будут оценивать, именно с этим чувством вы должны отпускать вашего клиента каждый раз. Друзья, я сегодня узнала такую одну замечательную вещь. Это некое такое таинство парикмахерского искусства лично для меня. Потому что открылись какие-то, когда мы купаемся в море и видим красоту моря, но если одеть акваланг и нырнуть поглубже, мы увидим всю красоту моря. Как всегда сейчас, зарядочка, бумажечки, сейчас они помоют манекены, уложат их, сделают форму, сделаем конкурс и работа 2 со степа 2. Вообще пока нечего рассказывать. Трудимся. Вот так работает счетная комиссия. Считаем баллы, заносим в компьютер, потом из этого состоит турнирная таблица, кто из ребят на каком месте. Сейчас подсчитаем баллы, выйдем к мастерам и проведем работу над ошибками. Я, допустим, просматриваю внутренний силуэт вот этот. Здесь чуть-чуть он потерялся, здесь закруглился, но вот здесь он, внутренний силуэт. И из внешних уже идет вот такие тоненькие. Работа над ошибками в судействе и работа над ошибками в, собственно, самой работе укладки, почему получился такой результат. Я продолжаю. То есть я поняла, что существует такое таинство, которое владеют только избранные мастера и которые обычно этим не делятся с другими. Вообще, несмотря на то, что работа разное, сложное, вообще отсудили хорошо, в принципе. Есть некоторые там непонятные расхождения, но это такое, знаете, самое главное, что итог финальный, он соответствует, в принципе. Первое место у нас, и мы сейчас ставим пока работу отдельно, у нас занимает Лейла, 86 баллов. Да, сейчас мы поговорим об этом. 86 баллов. Пока оставляем здесь, другие работы потом нанесем. Напряжение растет. Второе место, 77 баллов. Как вы думаете, кто? А? Наталья. Евгения. Аня. Анна Киселева, второе место, 77 баллов. Третье место, 69 баллов. Разница всего лишь 8 баллов. Арслан. Четвертое место, 51 балл рупият. И пятое место получается 45 баллов. Это Карина Вербицкая. 44 балла на 1 балл Женя Павлова. И Женя Павлова фактически, можно сказать, в пятерку вошла буквально 1 балл. А кто-нибудь бы вот чуть-чуть бы компетентнее отсудил бы и вошла бы, да? Хочу сказать, что у нас проходит 50 какой-то день, и все у нас замечательно. Процветаем, растем, с каждым днем все лучше и лучше становится. Ну что, у нас наконец-то персонализация второй работы, второго степа. Сейчас ребята поймут, что такое внутренняя стрижка, что такое текстура. Очень хочется, по крайней мере, чтобы они это сейчас поняли. Сейчас такой очень важный ответственный момент, поэтому я сильно отвлекаться не буду, нужно не упустить, чтобы они их не застригли.
ничего ты не увидишь пока. Я не вижу здесь тонких прядей, я вижу кусок вот висящих прядей. Вот, вот, вот. Только теперь она вот в текстуру становится. Ну, это же был секрет внутренней стрижки. Да. Ну, Юра сегодня нам открыл это таинство. У меня открылись огромные глаза, у меня выросли крылья. То есть это невероятно. Только на третьем степе, по идее, должны взять утюжок. А, там, и вытягивать немножечко, ставить там, да, в текстуру, то есть брашингом попробовать, утюжком попробовать. А, и первый раз, взяв тот утюг в руки, то есть там только первый контакт произойдет, и все, собственно, и закончилось. Да? А, я хочу, чтобы мы сейчас этот контакт произошел, чтобы если что-то там недопоймете, поймете там и так далее, там мы его доработаем, то есть уже вы будете утюжок держать второй раз. То есть вот мы обычно стрижем, и получаем результат. Но тут результат, он какой-то из внутреннего состояния волоса создает офигительно красивую форму стрижки. В общем, второй раз я уже дрессирую ребят. Сейчас я попросил их привести наши работы в порядок для того, чтобы провести конкурс. Но на самом деле конкурса не будет. Пойдемте посмотрим на их лица. Ну и, конечно же, ребята сейчас, наверное, будут злиться. Реально, вот сейчас какая концентрация у них. Мы попробуем передать немножечко эту эмоцию. Не знаю, насколько камера сможет это сделать. Потому что они сейчас в поту все там вытягивают, стараются, формируют эту форму, чтобы занять первое место. А я сейчас выйду и скажу: ребята, посмотрите в их глаза, посмотрите на их концентрацию, потому что каждый из них хочет быть лучшим. Молодцы, посушили, классно, здорово. Теперь моем. Пойдемте посмотрим. Только я постараюсь не ржать. Сейчас посмотрим, что будет, когда ребята закончат свою работу и услышат. И на меня свалится шквал позитивных, в кавычках, эмоций. А что ты его смотрел? Потому что я всегда говорю о том, что каждого клиента вы должны отпускать, как будто он идет у вас на конкурс. То есть внутренняя составляющая доведения клиента, вот финишная, да, перед тем, как его отпустить, она должна быть настолько настроена, что вашего клиента будут сейчас оценивать, и он должен быть лучший. То есть вот эти мурашки по коже, когда вот думаете об этом, они должны быть именно такие. Поэтому ребятам сейчас очень полезно научиться работать на максимуме каждый раз. Даже если не будет никакого конкурса, даже если это обычная работа, которая просто рутинная, всегда должно быть отношение на максимум. Поэтому это тоже некого рода тренировка. Тренируемся с утяжелением, ребята. Сейчас мы проходим маршрут. Каждый из участников проекта будет делать то же самое. Женечка, вам удачи. Знал Марину голову. Не доуложила Марина, вот тебе будет тяжело. Сделай с ним что-нибудь красивое, гранжевое. Никита Джигурда. Билетики, пожалуйста. Я буду кондукторша. Кондукторша? Проходите, хочу. Засада, ребята. Да ладно. Да ладно. Да, мы учимся. Я нашла себя, ура! Сейчас
у ребят будет абсолютно лайтовое даже не задание, а просто так для настроения. Стали элемент компании Vela создать какой-то экспромтик на природе, сделать что-то красивое на хаотично высушенной голове. Так он у меня и так красава-то. Сейчас мы его притешим, уложим. Я своих братьев здесь бородачами встретился. Спасибо за встречу. Соскучились? Ну вообще прям. Архибратью по своему соскучился. Грибобородому. Будем работать. Да. Я вам должен был полдня. Эти полдня проведем здесь, в жаре. Я шучу. Смотрите, у вас есть стайлинги, у вас есть манекены. У кого-то высушено неплохо, у кого-то высушено не очень хорошо. Но тем не менее, в жизни всегда может случиться ситуация, когда нужно экстренно кого-то причесать. И классно, если вообще окажется еще и стайлинг какой-то. У нас нет фенов, у нас нет щеток, у нас нет ничего. У нас есть секундомер. Давайте за 10 минут, это без оценки, это вообще просто так, это просто для такого экспромта. Берете стайлинг в руки и пытаетесь там на коленах, как-то там, где-то там, создать что-то интересное. Марш, поехали! Должно быть четко и со вкусом. 3, 2, 1. Браво! Оружие. Я думаю, что оригинально очень даже и весело. Неожиданно, конечно, но я думаю, все справились. Я, честно сказать, не думал, что можно будет так на скорую, без расчески, сделать укладки. Но все справились, у всех красиво, мне нравится. Я думаю, что за нас уже подумали. И что думать не надо. И что думать не надо, руки наши все сделали, то, что думали. Я думаю, настоящий мастер в полевых условиях. Девушка, вы берите на мальчика. Сможет любую стрижку уложить, так, чтобы она была смотрибельна, красивая. Может, кто-то другой? Человек внимательно уже посмотрел. Вот это! Вот это! Одна стрижка у всех, но разные укладки. Из неживых, этот, из живых, все стрижки. Не смотримся? А что вы тут делаете? Для меня это неожиданно, и это самое главное. Повторяю. Самое главное, что это больше связано, можно даже с модой. Раз нас кинули, мы должны креативно с модой, и можно даже здесь какую-то фотосессию было бы тоже устроить. Это тоже классная идея такая. Для меня было сразу раз, сразу задание дали, и сразу ты делаешь. Это здорово. Мне понравилось. Мне кажется, позитивник сработал, то, как мы и планировали. Эмоции подняли, настроение улучшили. Не было сейчас какой-то технической задачи, чтобы сделать какую-то технику, какую-то там что-то. Вот. Мне понравилось, в принципе, как отработал каждый. Каждый просматривается какой-то, какая-то мысль, в каждой работе просматривается какая-то идея. У кого-то она не получилась чуть-чуть, но не будем говорить о ком. Да, вообще ребята молодцы, классно подошли, достаточно креативно и с идеей. Это самое главное, чтобы, подходя к работе, была идея. Сейчас продолжаем нашу прогулку, сейчас поднимемся до смотровой, потом спустимся, пойдем на речку. Все,
Ребята, но сейчас чуть-чуть не хватает сигары, шампанского, девок много. И клубнички. На самом деле, по-моему, все прошло просто офигительно. Ну, еще не прошло, но выпуск мы на этом закончим. Уже завтра начинается новая неделя, новые работы, новые клиенты. Будет еще жарче. Пока.